27 января страна отмечает 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Иваново из северной столицы прибыли памятные знаки для всех, кто был с городом на Неве в самые сложные его годы. Такую награду вручают на этой неделе и Арнольду Васильевичу Маркову. Он, его мать, отец и брат прошли всю блокаду. Не справилась только маленькая сестренка. Все стремились выжить. Вот это подсознательное выжить так сидело. Но с каждым днем становилось все хуже и хуже. Силы-то покидали. И когда я вот выходил, когда мы выезжали, значит, я уже не мог идти. Но сила... Проще говоря, бросят, значит, все. Но спасибо матери помогала, вот сестра, и еле дошел. Залезли, вот потом поехали, более-менее так было. Нашему герою на конец блокады было 7 лет. В отрезанном от жизни городе не было ни тепла, ни воды, ни еды. На сутки каждому полагалась половинка тонкого кусочка хлеба. Забыть это оказалось невозможно, даже когда жизнь стала на мирные рельсы. Была собака, и как-то бросил хлеб собаке. И тут такое все внутри раз сжалось, и слезы. Вот насколько была подорвана нервная система. Вот потом это уходило, уходило. Собаке хлеб, это же... Вот. Ну, поэтому и в то же время сейчас... Я к этому делу отношусь бережно. Вот у меня всегда есть хлеб. Посмотрите, один батон в запасе. Но сегодня Арнольд Васильевич знает точно, жизнь стоила того, чтобы за нее бороться. Он живет в Иваново с 1949 года. У него две замечательные дочери, внуки и правнук. И самое ценное, говорит блокадник, это возможность быть вместе с близкими. Кстати, в Питере он был 2 года назад вместе с покойной женой. И внутри уже почти ничего не дрогнуло. Время лечит. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.